какие у вас были отношения с господином Флином? У меня с вами, вот с вами лично, гораздо более близкие отношения, чем с господином Флином. Мы с вами вчера встречались вечером. Мы с вами сегодня целый день вместе работали. Вот сейчас опять встречаемся. Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today, сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны какой-то кто-то еще сидел. Потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел. Все мое знакомство с господином Флином. Нет, нужно было... Теперь, после, вот если у нас с Флином был такой контакт, а с вами целый день, Флина уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму. Неужели вы понимаете, что это... Чёрт? Мои коллеги из «Большого выпуска вестей» сейчас готовят большой сюжет об интервью Владимира Путина американскому телеканалу. Эфир в 9 утра.